Последний день лета по традиции – время штурма цветочных рынков, выбор букетов для учителей. Каким цветам отдадут предпочтение в День знаний в этом году и только ли их готовы преподнести к празднику, узнала Ольга Князева. День, когда учителя достают с антресолей даже самые маленькие вазы, а родители на пару часов становятся флористами. Папам сложнее, без подсказки не справиться. Пойдет? Ну все, давай, беру. Зато мамы цветок к цветку. Букеты подбирают чуть ли не под возраст классного руководителя. Девчонки идут в первый класс. Учительница у нас молодая, после педагогического. Я думаю, что ей будет приятно. В этом году за парты сядут 1 800 000 первоклассников. Всего в школах ждут 15,5 миллионов школьников. Неизменная атрибутика – портфель на пол спины, букет с трудом обхватишь. День знаний не лето, еще не начался, а уже хочется, чтобы поскорее закончился, признаются родители. Ой, 1 сентября – это стресс. У меня трое детей, надо бегать туда-сюда, цветы, канцтовары, всякое, надо собирать. Экономные и опытные давно выучили, хризантемы лучше кустовые, они дешевле и пышнее. Розы, чем длиннее стебель, тем дороже. Долго стоят в очереди, много торгуются. В Воронеже популярны астры и лилии, а в Ульяновске... Каждый год, 31 августа. Почти цитата из фильма «Ирония судьбы», только у этой семьи другая традиция. Ради приличного букета они едут в Ульяновск из маленького поселка, больше 100 километров. Дальше муки выбора. Обычно ребенку нравится одно, маме другое. А им нравится веселее, доступнее и проще, наверное. А нам что-то нравится солидное, экстравагантное. Перед днем знаний букеты дорожают иногда в несколько раз. Средняя цена 1500 рублей. Можно найти варианты дешевле. Стильные и аккуратные герберы, например, за 500 рублей. Ну а если важно не сэкономить, а удивить. Очень необычно будет подарок в букете, в котором находится суккулент. Это многолетнее растение. Фишка его в том, что после того, как букет отцветет, вы можете поставить этот суккулент на водичку, он пустит корешки и посадить его в горшок. В погоне за букетом родители штурмуют рынок с самого утра 31 августа. Здесь есть любые цветы за любые деньги. Захотелось чего-то совсем необычного? Подходим к вот этим прилавкам. Это не набор для супа, а вполне себе будущий букет. Букеты из кабачков, порея и чеснока. А еще в ход идут яблоки, сливы, абрикосы. Стержень искусственный, вкус настоящий. Это все можно потом разобрать из букета, помыть, почистить и приготовить совершенно вкуснейший суп. Главное, чтобы съедобный букет дожил до вручения адресату, а то ведь бывает и так. А иногда и вот так. Устал я от этой обузы. День знаний, даже если он не в понедельник, а в пятницу. Для многих день тяжелый. Всем своим видом признаются цветы жизни с цветами в руках. Ольга Князева, Дмитрий Олин, Валерий Жичкин, Анна Пузанова, Екатерина Белова и Максим Кулифеев. Первый канал.